это джиу-джитсу. Здесь физическая сила, как правило, не играет главной роли. Джиу-джитсу можно начать заниматься в любом возрасте. Главное – желание и упорство. В Уфе несколько лет назад начали развивать этот вид боевого искусства. Во-первых, интересен своей доступностью. То есть мало в каком виде спорта человек может прийти, например, в 25-30 лет с нуля и начать заниматься безопасно, но при этом прогрессируя, имеет возможность участвовать в соревнованиях, в том числе международного уровня. У нас даже есть ребята, которые там 40 лет пришли, начали заниматься. Вот у меня есть парень, он уже выиграл международный турнир в Риме. Грамотное такое всестороннее физическое развитие. Это очень интересный вид единоборства. Пришел он к нам из Бразилии. И фактически сейчас это такое лидирующее направление касательно борьбы. 4 года назад Артем Шальков познакомился с новым для себя видом спорта. За это время он достиг немалых успехов. 19 января молодой человек едет на чемпионат Европы, а позже и на отбор на чемпионат мира. По словам спортсмена, у него есть все предпосылки быть призером турниров. Ну, в своей весовой, да. Стараюсь быть самым крутым, занимать все первые места на региональных соревнованиях. Стараюсь часто ездить на чемпионат России. Пока самый мой лучший результат – это серебряный призер чемпионата России 2014 года. Этот вид спорта мне понравился тем, что здесь очень важна техника, а не физическая сила. Чем ловче, быстрее и техничней ты можешь победить намного больше соперника. Вот один из сильнейших в регионе борцов в своем весе – это у нас Артем Шальков. То есть он у нас выступает либо в категории 62, либо в категории 66 килограмм. То есть, наверное, он может быть самый титулованный сейчас спортсмен в нашем регионе. Вот. И вот ближайший турнир у нас такой серьезный – это чемпионат Европы по бразильскому джиу-джитсу, который пройдет в Лиссабоне. Ожидается 4000 участников. То есть это совершенно такое грандиозное событие. Вот. Ну, я считаю, что у Артема шикарные шансы. О нас узнает и Европа тоже, о наших спортсменах. Альфия Ильясова, Алина Таюпова, городской телеканал ЮТВ.